Всем добрый день. Работаю, точу болты, как говорится, никого не трогаю. И тут мысленно уже в отпуске. Через две смены. И тут приходит мне специальное задание. Нужно трехчетвертную трубу закатать, выдержав 45 градусов. Вот так это выглядит. Это для проверки головка, травит воздух, не травит. Ну, то есть я не знаю этих подробностей. Но по задумке изначально уплотнение будет происходить вот как раз по углу 45 градусов. С чем я не согласился и предложил закатать с уступом, чтобы как раз на этот уступ колечко одеть. Диаметр отверстия в головке 17 мм. Было принято решение выдержать размер 16,5, и как раз вот на торцевую часть оденется колечко, которое и позволит отверстие, вот соединение это сделать более герметичным, потому что металл на металл что-то как-то это вряд ли. А резинка — это же всегда лучше. Так, обороты. Обороты 910. Сейчас закатываю приблизительно до диаметра 18 мм и протачиваю до диаметра 16,5 мм. Есть убитый колумбик. Так, 19. Думаю, достаточно. Ну, кроме того, что я буду кататься на велике и отдыхать, вот, с кухаджу на месяц, хочу попробовать такой своеобразный эксперимент провести, чтобы подписчики не забыли, зрители. Обнаружил архив. Так, по-моему, 5-6-летней давности. То есть контент, который я загружал на канал 5-6 лет назад. И, короче, перезалив выборочный какой-нибудь сделать, чтобы маленечко более свежим взглядом взглянуть на то, что происходило тогда. Интересно, напишите. Неинтересно, ну, тоже напишите. Так, 16,5.
Так, еще раз промер. Да, 16,5. То есть как раз вот на этот диаметр будет одета щупанец. Резиновое колечко, то есть она упрется в этот уступ и как раз создаст тот самое уплотнение, которое необходимо для проверки. Ну и вот что получилось. В принципе, должно нормально работать. Так, ну, пишите, что думаете по поводу затеи с перезаливом. Стоит ли тратить на это время? Будет ли интерес какой-то к просмотру, к повторному просмотру материалов, которые были загружены ранее? Ну, будет интересно знать ваше мнение, потому что если это никому не нужно, то зачем на это тратить время? Все, всем пока!